18 ноября в 6 часов в диспетчерскую службу района поступил сигнал о начале Всероссийского командно-штабного учения по гражданской обороне. На оперативном совещании с руководящим составом администрации, организации и служб района были поставлены задачи по выполнению мероприятий, предусмотренных планом учения. Во время проведения учения будут отработаны вводные по ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории Ленинского муниципального района. Главное управление Госсанитехнадзора Московской области держит на контроле отработку обращений граждан, поступающих на портал «Добродел». Портал «Добродел» – важный шаг на пути к тому принципу открытости органов власти, который провозгласил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Уверена главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева. На портале госуслуг Московской области заработал новый сервис, который позволит просматривать истории посещений поликлиник. С помощью новой услуги каждый житель Подмосковья сможет контролировать работу медучреждения. В режиме онлайн возможно просматривать свои приемы врачей, оказанные услуги в рамках каждого посещения, а также их стоимость, оплаченную из бюджета фонда обязательного медицинского страхования. С помощью сервиса житель также может получить информацию о выписанных ему рецептах льготных лекарств. Баскетбольный клуб «Спарта» и компания в матче регулярного этапа чемпионата России против «Енисея» из Красноярского края одержал уверенную победу. Итоговый счет 81-66 в пользу «Спартанок». Следующий матч наша команда проведет на выезде 29 ноября против «Ивановской энергии».